29 сентября во всем мире отмечается День сердца. В преддверии этого дня в Химках проводится акция «Мобильный кардиолог», организованная Лигой здоровья нации. На территорию арены Химки приехала настоящая клиника на колесах. Лечебно-диагностический комплекс, позволяющий проводить сложные исследования вне медицинской организации. Это собственная разработка института имени Бакулева. Это единственная машина в мире, больше таких нет. На ее базе мы можем проводить также полное обследование пациентов, выполнять коронарографию, внутрисердечные различные исследования, выполнять имплантацию кардиостимулятора, имплантацию стентов. Полностью вся диагностика сердечно-сосудистой системы и малоинвазивное лечение заболеваний сердца. 13 и 14 сентября жители городского округа могут пройти диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, электрокардиографию, ультразвуковое исследование сосудов и сердца. Для этого необходимо иметь с собой только паспорт и страховой полис, заполнить анкету и пройти обследование. Наша задача – как можно больше людей проверить и убедиться, что если нет проблем, то можно дальше совершенно спокойно жить. Если есть какие-то проблемы, помочь. По словам специалистов, во время проведения акции чаще всего выявляется ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма сердцебиения. Причем некоторые пациенты даже не догадываются о существовании проблем. Именно в этом заключается необходимость профилактических исследований. Это же мое здоровье, это моя жизнь. Я лучше сейчас скажу, где более профессиональное, наверное, уже оборудование проверить, чтобы успокоить семью, родственников и себя самого. Такой случай выпал, так я очень рада, что сюда приехала, побыстрее сделать, узнать, все ли у меня в порядке или нет. Во время обследования посетители автоматически становятся пациентами института имени Бакулева, а при выявлении проблем получают направление на лечение сразу в институт. Современные уникальные технологии и аппаратура мобильного кардиолога позволяют даже проникать внутрь сердца, чтобы выявить заболевание на самой ранней стадии и даже произвести имплантацию электрокардиостимулятора. У химчан, которые не успели пройти обследование, есть возможность это исправить. Мобильный кардиолог будет работать 14 сентября с 11 до 18 часов на территории арены Химки.